Министерство экологии Украины инициирует внесение лося в Красную книгу. Таким образом, ведомство отреагировало на обращение ученых и экологической общественности, обеспокоенных снижением численности и сокращением ареала обитания популяции одного из крупнейших млекопитающих страны. Минэкологии уже передало официальное письмо в Национальную комиссию по вопросам Красной книги Украины. По разным данным, в Украине насчитывается от 2 до 6 тысяч лосей. Ученые отмечают, что если в начале 90-х годов эти животные встречались во всех областях Украины, кроме Крыма, то сейчас только в лесной зоне. Минэкология инициирует проведение научного учета их популяции. Отметим, что согласно принятому в феврале мораторию, охота на лосей в Украине запрещена на 25 лет.